секундочки, 3-4, и вас 100% засосет. В порталы зашли, в другом мире появились, и недалеко выбежали от черной дыры, чтобы вас обратно не засосало, потом, когда вы в свет вернетесь обратно. То есть в черную дыру зашли, выбежали недалеко от нее, встали и стоим, ждем, хилы вас захиливают. Так, я сейчас метку еще поставлю на меликов, чтобы вы ориентировались примерно за кем бегать. Так, пусть это будет Рексис. Я вам поставил треугольник. Все, РДДшки, можете рядом с синим квадратиком недалеко бегать. От кара отбегаем подальше. Сейчас подходите к боссу. Ховер, ты тут? Ховер. Саня, жму. Лейшн, будешь ставить метку на звездочку, которая сливает? Да-да-да. Помогай мне, подбивай. Ховер, ты тут или нет? Квест? Давай потом сделаешь. Мы тебя только одного ждем. Но я тебе сумонил, сейчас шкаф пропал. Поставь. Он летает. Поставь шкафчик. Поклонский, а чем тебя угол не уходил? Так, хилы, смотрите, еще специально для вас говорю, кто в пятой группе, кто хилит. Распределитесь по этому кругу большому равномерно. Не стойте все на одной части платформы. Кружочком встали и хилите спокойно, стоите. От кара отбегайте подальше. Черный лимон где-то за боссом вижу. Трисия прямо перед мордой вижу. Ховер тут. Идут и типа тут. Вот примерно так стойте, все, вы должны захилить. Последний чек, захиливать рейд, будем начинать. От босса отойдите подальше. Так, чё ты, Макс, хотел? Чё я, не пойму, чё ты пишешь. Да, не знаю, тут не первый раз, они должны под суровый попадать. Смотрите, ребята, как суровый удар начинается, вы сразу не заходите. Про себя одну секунду отсчитываете, как суровый удар начался. Можете полторы секунды, можете две, и тогда уже заходите. Хилы обязательно заходите где-то примерно на середине каста. Я всё озвучивать буду, когда заходить. Так, все, последний чек и будем начинать. Локи, после уголона у нас еще два босса. Есть у вас у кого-то этот бес, который на хп дает баф? Смотрите еще, ребята. Да, он есть, он включен. Особенно вот магам говорю, когда у вас лоу хп, профит на маге, можете щит на ману из-за чтобы вас не ваншотало. Когда у вас 20 или 10% хп, вы можете глыбу использовать. Друиды там и так далее, блэк зомби, все ДКшки, вот тоже деф и билки юзайте, если у вас мало хп. Так, все, давай, Славик, сейчас начинай с ЛПшки. Если я не успею зайти в эту хрень, меня тучка спасает. Жмешь тучку и все. Окей. Борн, обновите ДКшки. 15 секунд до боя, отойдите подальше. Босса. На протяжении всего трая, ребята, вы от звезд отходите подальше. Они будут хаотично бегать. Арезис, поставьте паладина ретри. Ретри, поставь арезис. Сдавайте. Атрибосса. Дайте рост. Убьем. Сами бить. Поточечно. Вот от кружочка отходим. Далеко от синего. Не бей, не бей, не бей. Под кору прямо. Вот так русский. Давайте, захиливайте рейд. И кружочек бьем. Блок зомби захиливайте. Уже от кружка отходите. Давайте 2 секунды, сейчас взорву. А под кору отбегайте подальше. Ну, черную дру можешь закрыть. Вас из везде должно остаться. Я взрываю, захиливайте. Я взрываю, захиливайте. Король бега. Подходите к черным дырам.
Через 5 секунд будет суровый удар. Заходим только по моей команде. Подходите к черным дырам. Все созвездия на танках. Заходите. Заходите. Входим в черную дыру. Все, давайте. Если вам рейд, от кары отбегаем. Сейчас кара будет. Закрывай все черные дыры. Созвездия заводи. Давай кружок Серега Филика разбиваем. Я поставил мальчику. Ходите все от кружка. Ходите. Так. Левый рейд. От кружка отходите, ребята. Сейчас еще одна взорвется. Захиливайте рейд. Захиливайте, захиливайте. Сейчас снова взорвется. Захилите. Хильте, хильте, хильте. Забери слово. Еще одна взорвется. Захиливайте очень хорошо рейд. Хильте, хильте, драгму, хильте. На 1%. Давайте босса бейте. Кара двигаем подальше. Созвездие забирай. Оставляй эти черные дыры, не надо ничего закрывать. Танки забирайте на себя, созвездие. Одна дыра черная. Второй удар через 9 секунд. Второй удар через 9 секунд. Подходите к черной дыре поближе. Кара, смотрите, кара, отошли. Отбегаем от кары, отбегаем от кары. Синяя. К дыре, бегите, не бойтесь, бегите к дыре. Все, побежали. Побежали, заходим. Поклонского резко. Поклонского. Захиливайте, захиливайте Поклонского. Поклонский забирай. Сейчас звезда хлопнет. Сейчас звезда хлопнет, захиливайте рейд. Зачем вы набьете звезду? Просто переходка ваша. Просто бейте босса сейчас на 20% переходка будет. И просто сейчас от кара отбегаем. Сейчас будет пятый стак на мне, вы упадете. Бабл кто-то прожмите. Кто-то бабл прожимай, ретри, прожимай. Забирайте. Она тоже нету, она подохла. Кто-то, блядь, что-то даже. И бегай. Буди. Блядь, только победите все, ебаный стык. Все, выше. Хильте, хильте, войда. Все, я без стаков, давай все. Убивайте. Сейчас просто от кары бегайте. Ничего делать не надо. А, 2 секунды, смотрите. Бегайте. Охуенные, че вы делаете, блять? Пол рейда просто упало, блять. Кто может бой скинуть маги там и сундучок залутать? Я выжила, можно мне третью бутылку выпить? Да, пей. Че, че поделать? Вот просто. Макс, я знаю, как тут звезды надо бить. Этот рейд не на звезды. Просто смотри смерти, блядь. Кто тут чего упал? Это зомби, кара. Ну там Хойвер вначале упал от кары. И Блэк Зомби тоже от чего-то. Там 10 человек вначале упали, 8 или 7. Ну нет, вначале 2 человека упало. Потом... Ну потом там уже пошло. Да. Расслабились. Первый там вообще хуй неплохо, кара, я не знаю как так, кто ты такой. Почему-то в портале прилетело, сразу 104к. В каком портале? Не понимаю, ретри. Когда в суровый удар я зашла туда, вот, даже я не успела выйти, мне 104к прилетело. Ты, наверное, рано зашла. Нет, не рано. Или поздно. Надо там двинуться, либо вас обратно пропадет под суровый удар. На меня еще эти мобы стали нападать. Не знаю, как так, блин. Почему-то вот я захожу в портал, никогда такого нет. Ну вот так вот. Ну вот так вот. И вот как и объяснить никто не может. Красавчики. Ты бабу не прожимал там? Нет. Найдите источник энергии. Быть рано вышла, выкинула меня рано. Может, ты нечаянно просто в другой портал зашла? Ну, типа на том месте, где другой портал стоит. Ну, на один был. Макгрегор, как ты? Она просто зашла в портал и стала на месте.
Ее выкинул. Раньше судьба не тревожит. А как так выкидывает, блядь? Как выкидывает это, пиздец? Да так не выкидывает, просто так. Потому что заходить в портал нужно и смещаться от него, чтобы не стоять. На меня толпа еще мобов полетит. Валера из тьмы не выкидывает. Там вешается дебаф на 10 секунд. Может, она бабл прожала, и он снял, я не знаю. Бабл, я даже ничего не успела прожать. Не выкидывает через только либо по истечении дебафа этого, либо когда суровый скастует. Да, когда он закончится. Есть. Бля, это нелепо. Доктор, блядь. Макгрегор, как ты умер? Ты здесь? Да, на тебя слава. Да, я. Лучер, как ты умер? Скажи нам. Говорю, на Каре умер, не успел добежать там. Да. Это вообще надо кому-то? Это херня вся. Так, кидай, я распылю. Вот. Я тоже распылю, чё ты? Задание там. Там космос. Распыляет всю эту дерьмо. Смысл, он людям какие-нибудь пролет. Побежали, у нас еще два босса осталось. Что-то там единицы стрикрыло. Слушай, а мне кажется, что космос это не на распыл. Я думаю, что это стоит кинуть на роу. Это идет на посланника. Это не идет на посланника. Нет, посланника не идет, на ДФБ идет. Хиба. На посланника как раз 239-й, не? Нет, 232-й. Оу, ладно. Не-не-не, там же ж пушки 232-е, может, ладно, окей. Ну тогда на транс. Трансвестит. Красивая же штука. Она не идет, очень красивая. 209-я. Чё, два босса зерганём, да? Да-да. Ну чё, он летает, да. Кинешь обмен. Я тупо не везёт сегодня с Роллом. Не можно сделать вид, что типа их убили и пойдем в ВК. Что они бесполезны? Я пошла в ВК. Да, да, а можно в РС? Да, пошли в РС, васап здесь. Че, а можно не в пошла? Накс? Накс либо Джей. Накс это топ. Потом гигантская. Апартоваться, уе. Не знаю, там с вами, короче, пока Олег не зайдет, у меня никаких хитс, потом я уже все. Он тебя не будет кикать. Мне кажется, что она разбежала с какого-то оперного там какой-то херни. Он постоянно поет. Из зоопарка сбежал. Это тоже возможно. Пою еще. Че, право-лево, право-лево. Давайте фастом зергаем. Блять, гигантская кузня. Портал. Гигантская лево. Кузня. Пойдем на птиц. У вас там кто остался? Астрокрыло и Игнис? Ага, это кружочек. Точечно все. А на Астрокрыло можно ретриком зайти? Как хочешь. Отлично. Я тогда сейчас как бой спадет Офнис. Тут просто надо зергануть, просто быстро убить. Портуйтесь там. А вопрос, а вы не будете жарить? Нет. Ну там драники. Я драники сейчас тут пожарил. Пожарим, сколько вылезет, чем несложно. Я подобью. Не, я бы просто, если жарить, то я на паладина зайду для чего. Если нет, тогда я буду на плесте. Драники с капустой сейчас тут пожарил, они что-то вкусные такие. С помидорами? Я думал, что сейчас бы кто-то сказал, типа я бы сейчас бау пожарил или что-то такое. Да не, обычные драники, как с картошки, только вместо картошки капуста. Я когда-то пыталась помочь сетке готовить драники, она мне дала картошку и сказала мне тереть на терке. У меня так рука устала, что я решила, что оно того не стоит. Хера, сколько ты картошки там терла? Килограмм 10, блядь. У меня просто рука не тренированная, я после первой же картошки устала. Тут за картошкой килограмма на 2 каждая штучка. Ну там на супер мелкой терке, знаете, типа, ну, на самой маленькой такой. Ну это шляпа. Блять, кто мог бы привел этого? На маленькой беспонтово, ну, натирать. Не знаю,
как по мне, сильно, сильно мелко. Мне вкусно, когда вот такой вот где-то на средний или на крупный вкуснее. Да, да, да. Хрустяшки такие. На крупной, типа как яблоки крит, да? Ну да, среднее, крупное такое. Я обычно на мелкой шоколад тру, а на крупной яблоки. Это что, рецепт драников или что? Да, драники с шоколадом и с яблоками. Топ драники это с салом, со шкваркой. Как это? Курица и биня, например. Нормальный маринад. Можно драники за шкваркой. Можно курицу. А кто-нибудь покупал типа мороженое и посыпал его шоколадом? Да, я даже помню, как-то топил шоколад в микроволновке. Мороженое и медом полить. Видите этот трэш? Она получается карамель. Я люблю покупать клубничное какое-то мороженое и посыпать его шоколадом. Ты с Украины, нет? Ну? Лера, с Украины? Да, да. В Киеве живу. Не странно, что сало захотелось. Алло, что ты хотел? Я знаю. Я, между прочим, сало уже год не ела. Да, сам такой, но лежит, надо посадить просто в эти. Так, чека на фагана кадона, смотрите, мне очень не хватает. Так, Попонская, раскалишь двух мобов. Слава, ты на боссе. И... Хилика, Серега. Хилика, подобьешь? Саша, расскажите прикол. Ну, не спеши, припей. Думал, сегодня поебусь. Радуйся. Давай, начинай. Сука. Здрасте, лапы. Чего ты, кролюш? Пристабав лапы. Не, ну мы же они там поросенка держали, зарезали, да и в морозилку сделали. Че, правильно? Вот мы поговорили про еду, я, между прочим, серьезный вопрос, сука, я готов вопрос задавала. Трися, готов мастер аур? Какой? Там подкаст прожмешь. Типа, на кой черт тебе лучшая картошка? Стоп. Нет, будем ли мы жарить творка? Давай. Не видишь? Он уже прожал заранее. Что, язык уже запутается немножко? Третья банка, у меня там еще четвертая стоит. Чего, пиво? Сидра, мой парень верит в меня больше, чем я. Нет, это просто банки не стоят. Я, короче, я курю, а не пью. У меня бочонок брашки есть, короче, типа, на самом деле делали брашку, там варенье такое, сахар, как обычная брашка, она, получается, не перебродила, там что-то дрожжи хреновые. Какой лифт тебя сам? Да я попробовал. Кружкой зачерпнул, блин, там такая брашка четкая. Горечи вообще нету, сварение такое сахарное. Так вот, что у тебя такой ник? Скадывай. А я-то думала, что ты просто сладенький. Да и сладенький тоже. Ты готов сейчас подбивать будешь? А сзади парень сидит и так зубами. Он аниме смотрит. Заводи, заводи. Давай, Хилика, подбиваем его. Все, давайте, убивайте босса. Убивайте. И побежали на другого босса. У нас мужик на работе. Давай, Драгма, мы читаем. Брагу наставил, делал на этом, на изюме. Ух, как он его расхваливает. Хрена изюма надо. На хулипала топ, рольте. А чё только на хулипала? Между прочим, я думаю, что он много какого топ. Выглядит как офигенное кольцо. Кольцо вроде тоже ничего. Бис на посланника, рольте поезд. О, я не успела его паролить, блин, я 77 выкинула. Давай, заходи быстрее на половину, а я уже, потому что босса почти запустил. Окей, всё, я захожу, подождите, не пуляйте его. Камень только юзанит, давай. Да, не, стоп, я просто выхожу из игры, я думаю, выйдет. Напоминаю, будем жарить, Макгрегор спекается в танка. Будем жарить мобов. Я отойду в идеале, начните без меня.
только не начинайте без меня, вы не присманите меня. Так, танчит Войт, Макгрегор и Поклонская. Сейчас подождем Лину и Домничек. Пусть здоровится. Спасибо. Так, Серега, Фейкас, поможешь мне подбить? И Дэдмайн тут тоже. И Дэдмайн тут тоже. 20, да? Нет, смотрите. Плюс НЛО в гичат. Саша, дай мне пати, пожалуйста. Смотрите, мобов подбиваем, когда они в стороне стоят, еще босс не спустился, примерно до 80 тысяч, все, ниже не опускайте. Блять, я куда-то спрыгнул. Сейчас присуманим. Это смотрите, кто подбивает мобов, бейте всегда разные цели. Одного подбили, хоп, следующего переключились, а то агро сорвете, подохнете. Так, Шеннон, ты тут? Шеннон. Монти Шмана будем начинать. Еще он этого босса вообще не бил даже. Он ради ЕП сидит. Может ему минусануть 500 ЕП? Давай его кикнем дальше. Так что нам там отошел, мне написал, думал, мы уже все. Ничего, просил головно написал мне. Не знаю, что босс еще. Ну чё там, давайте, го, фастом. Время не резина. 11 часов уже. Что ты пойдешь спать, поспишь, потом обратно придешь к нам. Потом что? Какая мама начинается? Ну а потом обратно к нам придешь, как ты обычно делаешь. Первый раз, когда тебя нету, ты там дрыхнешь, а потом это на второй, на третий приходишь. Да я не знаю, как вы сейчас будете собирать. Что случилось? Ну, не знаю, что случилось, но можно начать, наверное. Пусть похер там АФК что-то, блядь. Само собой. Сочетаем на тенемку. Что делать надо? А тут просто надо бить. Так, ты ретрик. Шикарное объяснение. Смотрите, ребята, чтобы сейчас не подохнуть, когда трэш вылезет, три танка идите вперед и сразу подходите туда, где эти колья из земли, короче, вылазит, вы увидите зонтики такие. Сразу не бейте, подождите секунды 4. Стражей мы уводим вправо. Поклонский, ты сидишь на стражах. Бурмашина, и, да? И 3 человека хили, калешин, дэдмайндов пробиваем потихоньку. До 80 примерно тысяч. Все, ниже не опускайте. Машина как черепашка к ней забляет. Фермайн, прочитай приват. Да, кстати, напомнил, блядь. Женю бьем, остальных сливаем. Сразу в трэш не вливайтесь. Подождите, пока танки на аэро. Молодец. Бейте хорош. Всегда разные цели. Я ударила один раз. И хорош. Пыталась от него отойти. Я тебя резко. Спасибо. Стража не бейте. Козырь, бери собак. И какой-то маг бьет стража. Да я вот тут сижу. Он летает. Ты тут? Ты врага? Козырь? Там маг какой-то слева. Мы стража не бьем. Голову получил, можно стражей бить. А у него собака там 1003 нанесла силу. Там маг непосредственно или страж? Ты звучи такие тупые. Я же нормально вам объясняю. Но стражи оставляем, их не бейте. Забирай, забирай. Там Олег в ВК написал, чтоб собрали и ВК, а завтра на РСК будут сидеть. Че, мы с Васабом не убьем РС, что ли? Ну, сейчас я посмотрю, что он там написал. Верит. Собирайте и ВК после ВД, я завтра соберу РС. Стража не бейте. Зорных сила. Что-то страшно теперь в трэш вливаться. Подождите, пушку пока не запускайте, подождите. Сейчас подобьем. Подбивайте это. Это страш. Давайте. Босс спускается. Давайте бить. Бейте подмор.
Поведи под морду. Все, до 10 примерно тысяч. Массы не бейте. Просто всекайте. Или вытирает? В этом штуке 4. Сейчас все точно так же делаем. Даже не бить. Маги, кто профитная, вот на часовых, на этих кидайте стрелу первого левела, замедляйте их. Конус холода, там кольцо льда. Потому что сейчас, возможно, скорее всего, вылезет очень много трэш. Вы видели? А, не, мне показалось. Я там корни покидаю. Контролем мобов. Сколько зажарил? Там, не знаю, штуки 4 точно. Тут очень много мобов. Давайте не можем. Мне покажите последний босс. Сейчас босс отсекает. Бери. Ой. Все, не бейте. Не бейте, не бейте. А сколько ИП за эту тему дается, я забыл? Ну, на той неделе был пожарный чанин. Нет, тоже ничего не было. Либо, по-моему, да. Заплеснуто. Смотри. Че, трэш не трогайте, все нормально там. Никто не подбивает. Пусть он так там сидит. Сейчас последний трэш вылазит, пушку не запускай, подожди. Че ты делаешь? Вылезет, тогда щелкну. Че он там? О! Какая пушку? Сейчас боссов секаете. Боссы бейте, только, только массы не бейте, мелики подальше можете отойти. Пока до 40 тысяч мобов сливаем. Пока до 40, ниже не надо пускать. До 40. До 20 сливаем, и все, и не трогаем, они сами дойдут. До 20. Ставьте, ставьте, он еще раз сейчас бухнет. Маги, киньте ему овцу. А, уже не успел, ладно. Все, добивайте. Граф Дедмайнд. Сколько лина тебе осталось? Этих дворов? Шесть. Славик, накинь там, накинь ИП там полоза, всем по-братски. Сколько ИП? Смотри, тут не все были с нуля. Кого мы добирали? Надо кому-то. Кого добирали, не знаю. Я не помню, что. Меня добирали. На Везакса меня добирали. Ну, накинь чуть поменьше. Твое усмотрение. Там портал сзади стоит, телепортируйтесь к нам. Сколько вообще начислять? 5 тысяч? Да.
Мы единственная гильдия, кто сюда ходит регулярно. Кстати, а такой вот вопрос. Не кажется ли Ульда какая-то очень страшная? Где ты, Ваня? Не имею в виду, столько ДПСа проходит. Спрятался. Ссылка обычно столько ДПСа не проходит по рейду. Да, потому что вы бьете ЦВК с 30% бафом. Когда он вышел на офи, там не было бафа. Да, они же там сначала там постепенно там то ли 5, то ли там 10, ну короче постепенно вводили этот баф. Каждый месяц добавляли по 5%, начиная с 5. К этому времени тоже плюс 5000 должен быть. Сейчас в ХМе так и не убили до того, как сделали плюс 5. Всем спасибо, все молодцы. Вот с башкой кто там? Козырь. Присути, там сейчас ВК 25 будет. А нам ты в аркам?